том, что нас всех волнует. О том, что нас всех волнует в методике преподавания и обучения. На мой взгляд, есть некие общие проблемы у всех, у нас и у педагогов, и у студентов. И эта проблема, ну, к вам это в меньшей степени относится, потому что у вас фестиваль такой, что свидетельствует о том, что вы готовы учиться. А проблема, о которой я говорю, как раз заключается зачастую в нежелании учиться. В нежелании учиться. На мой взгляд, в нашем деле безнадежном, который называется вокал, крайне важно желание. Желание научиться. Я учусь каждый день, уже 40 лет ума все нет, и не устаю каждый раз находить и открывать в вокале что-то новое. И сегодня для меня вокал перестал быть исключительно фонацией или пением. Для меня сегодня вокал – это постижение самого себя. Абсолютно. Это можно сравнить с любой восточной философской системой, как йога или что-то в этом роде. А поскольку, кстати говоря, если говорить о йоге, то дыхание певческое и дыхание йогов абсолютно идентичное, потому что это дыхание диафрагмы, так называемая пранаяма. Ну, до этого мы еще дойдем, и я хочу, чтобы мы это практически сегодня усвоили, и не только это. Общие замечания, если интересно вам по сегодняшнему дню, на мой взгляд, члены жюри, пожалуйста, можете добавлять, если я что-то не скажу, а я наверняка что-то не скажу. Очень все однообразно сегодня было, за редким исключением. Были исключения, слава Богу, и они были приятными. Но не хватило индивидуального отношения, что ли, мне, от участника. Многое было неосмысленно. Человек поет, и ты понимаешь, что он не врубается вообще, что он поет. Не все, конечно, я говорю, да, некоторые. Было некое ощущение иногда. Я вначале скажу, что плохо, ладно, а потом что хорошо. Потому что что хорошо, мы все знаем, мы все гениальные, да? Но что было не очень. Эффект караоке был такой. То есть вот музыка идет, вот завели шарманку, и она играет, играет, играет. И никакой агогики, ни светлого, темного, ни соленого, сладкого. Не темного, светлого. Все так. Одной красочкой. Мало было живого исполнения. Мало было. Да? Отсутствие фразировки. Я сейчас говорю. Значит, фразировка. Да, дети не понимают, о чем поют. Легато, не хватает катастрофический контакт. Детишки, что касается маленьких деток, да, вот надо нам уходить категорически от. Я знаю, сейчас многие будут меня критиковать, даже скажут, ну да, сидит он, да, говорит там что-то. Я знаю. Все знают. Однако я говорю только свое мнение, да, свое субъективное мнение, как зрителя. Когда выходит маленький человечек, на самом деле дети, они гораздо более живые, чем заштампованные взрослые.
И когда я вот вижу там сердце, обозначение вот это, вот эти штампы, да, театральные, мне сразу становится очень грустно. Потому что исчезает самое главное. Я сейчас подвожу к методологии. С чего мы начинаем работать? Вот у нас пришел человек. Новое произведение принес. С чего начинается работа? Это вопрос. Прочтение текста. Прочтение текста. Самое главное. Если это, например, к примеру, Чайковский «Благословляю вас, лиса», что мы будем делать? Мы будем изучать поэму Иоанн Дамаскин. И только потом будем говорить, что этот романс написан Чайковским в ре-мажоре, такая-то тесситура и такая-то фразировка. Потому что драматургия в данном случае стиха определяет все. Драматургия. Вначале мы читаем, даже если это «Уймитесь волнения страсти». Читаем текст. Если это итальянский текст, читаем текст, переводим каждое слово, понимая значение каждого слова. Иначе? Иначе будет пение по-русски с итальянскими словами. Согласны со мной? Дальше. Что касается, сегодня некоторые у нас басы особенно продемонстрировали огромную силу звука. И вспоминаются слова Шаляпина Федора Ивановича. Звук есть и у паровоза, однако никто не хочет его слушать. Дыхание-то стоит. Чего орать? Значит, добиваемся, если мы хотим качественного, ясного, красивого, крупного, сильного звучания, не за счет ора и крика, а за счет дикции и кантилены. Это и есть техника, технология. Нельзя технологию подменять просто каким-то своим представлением об эстетике вокала. Надо вначале все наоборот. Вначале мы формируем внутренний тон, идеальный, внутриидеальный тон, чтобы наша эстетика внутренняя совпадала с тем, что нравится публике. Потому что бывает так, что «А мне вот нравится вот так, ну нравится мне». А никто не хочет слушать. Почему? Не совпадают эталоны внутренней и внешней, да? Внутренней реальности и внешней реальности. Поэтому только технология. Ни в коем случае технологию не подменяем собственным представлением о. Ну, в общем, говорить-то могут все, да? И говорить можно долго. У нас есть желающие... Давайте, где у нас желающие? Желающие вставать. Вот, желающие... Вставай. Так, это у нас... как зовут? Жень. У нас концертмейстер есть? Нет. Наш концертмейстер уехал. Неважно. Начало самое, пожалуйста, вот ты пел, что ты пел у нас? Душечка и Ленский. Ленского. У меня не с собой. Нет, ты помнишь, какой нот начинается? Куда-куда, да. Дайте си, пожалуйста. Да. Я слышу ми. О, да. Я про то же, да. Куда? Смотри, значит, что делать? Нельзя. Никогда нельзя. Вот эта вот хоровая привычка. Смерть голосу. Задержка дыхания
исключается в вокале, в принципе, только как эффект, только как украшение. Не надо готовиться к пению. Выдохни. Вот ты сейчас вдохнул и запел, а сейчас выдохни и запой. Куда? Да, только не куда, а куда. Да. Куда? Куда? Куда вы удалились? Спасибо, спасибо. Это другое качественное звучание. Слышите разницу, нет? Куда? 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 Не надо готовиться. Не надо делать задержку. Почему? Потому что происходит спазм. Сразу. Уже спазм. Готовиться к пению нельзя. Не надо. Еще раз давай закрепим. Куда? Если тебе хочется отдохнуть, то ты видишь, то есть пение у нас должно быть продолжением вдоха, а не выдоха. Фонация — продолжение вдоха. Мы поем на вдохе. Куда? Ку. Ну и что, что бас? Ну и что, что бас? Куда? Вот только взял, сразу запел, чтобы не было. Куда? Сразу происходит спазм. Только взял, сразу запел. Дыхание, вдох, как синкопа к фонации. Куда? Куда? Нет, а второй раз. Задержка не надо. Куда? Куда? Куда вы удалились? Да. Весны моей золотые дни. Нет, возьмешь, то возьмешь. Только зачем ее оторвал? Золотые дни. Золотые дни. Золотые дни. Соединяй. Золотые дни. Можешь ехать. Ты торопился там куда-то ехать. Так, друзья мои, кто хочет, давайте, кто у нас записан? Елена Сеч хочет попить. Елена Сеч прием. Так, давай, Евгений Шишкин у нас есть. Давайте детей начнем, да? Шишкин, здравствуйте. Здравствуйте. Первый курс. Давай. Значит, ко всем относится то, что я хотел сказать, и, может быть, это самое главное донести до всех. Хорошо поем, но без слов. Много дикции не бывает. Много дикции не бывает в пении. Правильное слово, но я говорю то, что вы все знаете, но лишний раз напоминаю. Хорошо сказанное слово, крупное слово, оно вытаскивает звук. Если мы говорим... Стихотворение, расскажи мне, хорошо, пожалуйста. У ворот, ворот. Вот как ты говоришь, ты так и поешь. У ворот, на ворот, не ворот. Не поешь. Ворот, ворот, ворот. До ворот батюшкиных, ай, Дунай мой, Дунай, ай, веселый Дунай. Да. Понимаете, слышите, да? А поэтому читать, и только после того, как он будет говорить, как... Какие там слова у тебя? У ворот. У ворот! Не, ворот, и петь он будет, а как, почему он будет петь по-другому, объясните мне. Если он в жизни комкает слова и говорит, не понимает, как он будет так же и петь. Поэтому чего делаем? Учимся говорить.
Еще раз, давай. У ворот, ворот. Нет, с согласными. У ворот, 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 да ворот батюшкиных. Ай, Дунай, мой Дунай, ай, веселый Дунай. Хорошо. Заиграю во струну, да струну серебряную. Так. Ай, Дунай, мой Дунай, ай, веселый Дунай. Вот сейчас качество вокала будет другое. Пробуем. Почему? Потому что он начал думать, о чем же я пою. Появляется у человека осознанность воспроизводимого текста. А дальше уже до метафизики музыки недалеко. Это пока мы разобрали только, что мы говорим. Потом только через это мы поймем, как же мы и что же мы поем. Потому что в музыке гораздо больше информации, чем в тексте. Гораздо больше информации. Но вначале нужно понять текст и правильно его сказать. Сможешь спеть еще раз? Только со словами. Давай. Разыгрались и едят. Потому что мы не проговорили. Потому что он уже по-другому мыслит. А он вернулся в старое и сбился. Потому что по-новому еще не научился, по-старому уже забыл. Но по-новому ему будет легче. Он уже знает как, он уже знает методологию. А, мне надо петь песню. Значит, первым делом открываю текст, смотрю глазами, понимаю, о чем. Ребята, сейчас очень важные вещи говорю. Понимаю, о чем. Понимаю свой подтекст через призму своей души. Потом проговариваю это так, как я чувствую. Вначале как записано, потом как я чувствую. И только потом пою. Но уже петь буду, как я, а не как все. Потому что это будет пропущено через призму, через кристалл моего я. И не просто пропущено, а и сказано. Потому что слово должно быть сказано. Невысказанное слово – это ничего. Вначале было слово, и слово было Бог, слово было Бог, и слово было Бог. Почему? Потому что через него все начало быть. Через слово. А мы берем, человек приходит, так, вот тебе давай, вот это, вот это, вот это, вот, и пой. А как? Если нет методологии. И он поет, как Бог на душу положит. А положит обычно не очень хорошо. И поэтому вместо осмысленного пения мы получаем темно-синюю краску на все такты. Потому что неосмысленно. Вот и все. То, что касается дикции. Теперь что-нибудь певучее есть? Только одно. Только одно вот это больше не будет. Ладно, иди учи. Так, у нас еще ребята есть. Андрей, да. Есть что-нибудь такое попевучее? Попевучее. Давай, давай. Потому что мы сейчас перейдем плавно к следующей теме, как бы, да? Кантилин, который сегодня заверят им включение.